Вот оно. Всего лишь пара часов езды. Где теперь? Он сказал, что едет с ночевкой к друзьям. С ночевкой? Каким друзьям? Он исчез! Ты же знаешь, что у Диппера нет друзей. Что, если его похитили? Поездка обещает быть долгой. И, скорее всего, она затянется дольше, чем на один день. Возможно, мне не стоило оставлять Мейбл одну. Хотя, если бы мы оба резко исчезли, это вызвало бы у Стэна подозрение. Да и Мейбл не позволила бы мне поехать. Не волнуйся, Вирт. Как я и обещал, я выполню твою просьбу. Делишь? Что тебе надо от меня? Я клянусь, если ты снова захватишь мое тело... Парень, расслабься. Я, конечно, люблю мучить куски мяса, подобные тебе, но сегодня я пришел не за этим. Чего тогда ты хочешь? Ничего особенного. Было так скучно без тебя, сосенка. Пожалуй, я просто рад тому, что ты так и не преуспел в своем самоубийстве. Ведь ты мне все еще нужен. Так что я подумал, может мне составить компанию этому суициднику в коротких штанишках? Это все же лучше, чем наблюдать за подчёрствованием старикашки. Билл, пожалуйста, просто оставь меня в покое! Нет, это невозможно. Твоя судьба предрешена. Пожалуйста, следите за своими вещами. Было ли все это сном? Конечно же, это был сон. Это же Билл Шифр. Нет, мне некогда думать об этом. Я должен найти Грега. А? Госпиталь имени Святого Пеперина. Мальчик, у тебя назначено? А? К сожалению, в настоящее время он находится в отпуске. Что? Если ты хочешь, то я могу записать тебя к другому доктору. А, нет, все в порядке. А может, вы могли бы мне дать адрес, где он сейчас находится? Я так понял, это нет? Все было напрасно. Пожалуй, это послужит мне уроком. Стоит думать, прежде чем действовать. Думаю, мне лучше вернуться домой. А? Не повезло, да? Он все еще здесь. Эй, пацан, куда ты собрался? А на что это похоже? Домой. Какой позор! Что же подумает твой друг, когда узнает, что ты просто так взял и сдался? Что? Да как ты? Все знания, ну конечно. А что я еще могу сделать? Я даже не знаю, где, черт возьми, Грег. Ты, кажется, забыл, с кем ты разговариваешь, сосенка. Если ты думаешь, что я снова собираюсь заключить с тобой сделку, то ты глубоко ошибаешься, тупой треугольник. Ах! Ну давай, я признаю, что то, что я сделал, был слегка перебор. Но ведь столько воды утекло с того времени, разве нет? Пустяки! Пустяки? Ты мучил меня, угрожал убить мою сестру. Ну если смотреть под таким углом... Ну же, парень, просто выслушай мои условия, ты даже можешь отказаться, если они тебя не устроят. Ладно, каковы теперь твои условия? Твоя сестра... Могу я тогда оставить записку? Конечно. Твой мертвый брат передает тебе привет. Миссия выполнена. Твоя сестра. Что? Кажется, что твоя сестра что-то замышляет против меня, так как винит меня в том, что ты пырнул себя ножом. Я чувствую ее гнев прямо отсюда. Мейбл? Этого не может. И все-таки я не хочу, чтобы была непредсказуемая сила, которая может ставить палки в мои колеса. А как мне кажется, у твоей сестры этих палок целый ворох. И что ты хочешь, чтобы я сделал? Ничего сложного, просто проследи, чтобы она не наделала ничего лишнего. Если ты понимаешь, что я имею в виду. Я никогда не пойду против своей сестры. Значит ли это, что ты позволишь ей враждовать со всесильным демоном снов? Сосна, если она будет вмешиваться в мои планы, то я просто могу убить ее. Убирая свою сестру с моего пути, ты спасаешь ей жизнь. К тому же, я ненавижу убивать своих пешек. Ну, что скажешь? Я добьюсь своего, не заключая сделки с тобой, Билл. Очень прискорбно. А?
Это... Но я не... Не беспокойся, сосна. Просто первый из трех моих подарков для тебя. Только не забывай о моем предложении. И, собственно, на этом комик заканчивается. Продолжения нету с 2019 года. Я сомневаюсь, что выйдет еще какие-либо главы. Но это все, что доступно на русском языке. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. Возможно, я скоро буду потихоньку возвращаться в озвучку. Посмотрим. Время покажет. До скорого!